В канун 8 марта в Ленинской районной администрации столицы пожелания здоровья и счастья звучали в адрес самых маленьких представительниц прекрасного пола. У родителей малышек двойной праздник, им торжественно вручили сертификаты на материнский капитал. Арина, Яна, Аделина – этим красавицам всего месяц, и они впервые вышли в свет. Все малышки – вторые дети в семьях. Это наша старшая дочь Ангелина. Родилась она 2 сентября 2013 года. Через некоторое время что-то мы задумались с супругой, то, что нам нужен еще один ребенок в семье. И вот 26 января 2018 года родилась наша замечательная малышка Арина. Семьи Михайловых, Корниловых и Козиных получили государственную поддержку. Это стало возможным благодаря демографической перезагрузке. В ноябре прошлого года по предложению Владимира Путина продлено действие материнского капитала. К тому же были расширены возможности его использования. Семьи получили возможность дополнительно за счет средств материнского капитала получать ежемесячную денежную выплату, если доход семьи меньше, чем примерно 14 тысяч рублей на члена семьи. То есть это адресная поддержка за счет средств материнского капитала, и мама сможет ежемесячно получать дополнительную сумму в размере 8910 рублей до исполнения 1,5 лет ребенку. Кроме этого, при рождении второго или последующих детей семья может воспользоваться льготной ипотекой под 6% годовых. Пока куда пойдут деньги, мы не решили. Пока думаем или на образование детишек наших, или на улучшение жилищных условий. Также сняты ограничения на использование материнского капитала на образование детей до 3-летнего возраста. Средства можно направить и на оплату яслей частных детских садиков. За этой услугой в Чебоксарах уже обратились 15 семей. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Атьнер Корсаков, Республика.